Ташкент и Сеул – города-побратимы. В ходе государственного визита руководителя нашей страны в Республику Корея в ноябре текущего года между Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям и корпорацией POSCO-DEVO было подписано генеральное соглашение по проекту «Хай-Тек-Сити». То есть по созданию в нашей столице ультрасовременного массива – города в городе. Четкая дорожная карта реализации была закреплена в подписанном постановлении президента. Юридическую силу недавно получило и рамочное соглашение между ведомственной об организации совместного внедрения проекта «Хай-Тек-Сити». Это ознаменовало начало первого этапа его воплощения в жизнь. Основные цифры, детали, перспектив еще только прорабатываются. Но в целом проект обещает быть грандиозным, рассказывает начальник управления Госкоминвестиций Алексей Сим. На днях в Государственном комитете по инвестициям было подписано соглашение, которое дополнило уже ранее достигнутые договоренности в рамках визита президента Республики Узбекистан в Республику Корея. Соглашение было подписано с корейской корпорацией POSCO. В рамках данного соглашения будет реализовываться проект по строительству высокотехнологичного города. Сумма проекта ориентировочная порядка $1,4 млрд. Данный город будет расположен на территории в 50 гектаров. Проектом предусмотрено строительство жилых домов. Помимо жилых домов там будут располагаться бизнес-центры, научно-исследовательские центры, также медицинские учреждения. То есть все социально необходимые объекты, которые должны присутствовать в городе, они будут. И помимо этого все данные объекты будут базироваться на высокотехнологичных и автоматизированных технологиях. Данное соглашение, оно определило конкретные обязанности, которые стороны должны будут выполнить. То есть создана рабочая группа. Данная рабочая группа будет заниматься поддержкой и реализацией данного проекта на всех этапах для скорейшего и успешного завершения данного проекта. Это полностью инвестиционный проект. Вся сумма этих инвестиций, она будет вложена с корейской стороны. Они будут строить полностью этот проект под ключ. Проектный институт будет участвовать в реализации. Мы надеемся, что данный проект, он положит начало строительству таких высокотехнологичных городов у нас в Республике Узбекистан. И будет примером для дальнейшего развития подобных проектов.